Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян обвиняет президента Азербайджана Ильхама Алиева в том, что он срывает трехсторонние договоренности по Карабаху. Ильхам Алиев, выступая 4 марта на 14-м саммите Организации экономического сотрудничества, заявил, что новый транспортный коридор пройдет через историческую территорию Азербайджана, Зангезур, и соединит основную часть Азербайджана с неотъемлемой частью страны, Нахчеванской автономной республикой и Турцией. По словам Нагдалян, в 9-м пункте трехстороннего заявления нет ничего о создании какого-либо коридора. Называя Зангезур исторической территорией Азербайджана и ссылаясь на надуманный коридор, президент Азербайджана подобным провокационным заявлением намеренно срывает реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января, сказала Нагдалян. Подобная риторика противоречит взятым Азербайджаном обязательствам. Это неприкрытый вызов международному праву, который никоим образом не способствует установлению стабильности в регионе. Напомним, в трехстороннем заявлении, подписанном главами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года, в частности отмечается: разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахчеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. В том же 9-м пункте отмечается, что по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчеванскую автономную республику с западными районами Азербайджана.